В ближайшие сутки погоду в Латвии определит активный циклон. Ночью ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Особенно интенсивный снегопад на востоке страны, где снежный покров увеличится на 6-10 сантиметров. Автоводителям надо быть осторожными. Дороги будут скользкими и видимость ухудшится. Минимальная температура воздуха от минус 3 градусов в Видземе до плюс 2 градусов в Курземе. Ветер умеренный, а на побережье с порывами до 20-22 метров в секунду. Днем местами пройдут небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ситуация на дорогах останется сложной. Максимальная температура воздуха от плюс 2 градусов в Видземе до плюс 7 градусов в центральных регионах. Ветер умеренный, на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Медицинский тип погоды ночью третий неблагоприятный, а днем второй благоприятный.